Проводить аккредитацию медицинских организаций, выдавать сертификаты и присваивать квалификационные категории врачам. Эти и другие функции передадут под ведение неправительственных организаций. С 2019 года НПО будут оценивать также практические навыки и знания медиков. При этом контрольные функции останутся за Министерством здравоохранения. Такие меры принимаются для создания конкурентоспособной и эффективной системы с помощью профессиональных медицинских ассоциаций и НПО, отметили эксперты. Для врачей что нужно, допустим, да, для того, чтобы работать нормально? Это нужны клинические протоколы. Как, кто лучше разработает эти клинические протоколы, если не профессиональная организация, не сами врачи, правильно? Также, вот, допустим, квалификационные. Как, кто может оценить врача? Как он лечит, какой у него квалификация. Конечно же, коллеги свои будут лучше разбираться в этих вопросах, поэтому вот такие функции передаются, которые могут заниматься сами врачи, то есть саморегулированием заниматься.